В регионе запущено в эксплуатацию четвертое месторождение совместной компании «Русвитпетром». Торжественный старт дал генеральный директор «Зарубежнефти» Сергей Кудряшов. Северо-Ашкатынское месторождение будет работать круглогодично. Благодаря ему компания увеличит добычу нефти более чем на 109 тысяч тонн уже до конца этого года. Особенно радует, что в текущих экономических условиях наши недропользователи продолжают увеличивать объемы добычи и активно участвуют не только в промышленном, но и в социально-экономическом развитии округа. Зарубежнефть на территории региона сегодня работает в рамках проекта Хорьягинского соглашения о разделе продукции.